В Гатчине, значит, когда туда приедешь, пройдешь, и за углом существует высочайшего профессионализма, культуры, таланта театр уже долгие годы, Ну и, конечно, может быть, и в первую очередь, что там лицемерить, потому что руководит очень большой режиссер. И прекрасный художественный руководитель, это разные профессии, тут это совпадает. Не где-то там, в академических империях, тысячных залах, а там. Слушайте, ну повезло-то нам сегодня. Да. Я у Кацмана, а Юра у Товстоногова. Да, еще играли в одних спектаклях. Играли в одних спектаклях. И вот уже прошло, страшно сказать, 40 лет почти. Да вот 40 уже. Юра, ну, слушайте, едва ли не единственный, который сохранил все, что было заложено великими учителями. Но я не виню других, жизнь есть жизнь. И просто остался в этой профессии и так замечательно в ней продолжает. Спасибо, дорогой. Спасибо.